1200 кухонь. Именно столько производит предприятие «Кухонный двор» за один месяц. Единственный цех фабрики расположен в Малаховке. Оттуда мебель развозят от Калининграда до Камчатки. Как и чем живет компания сегодня, узнал глава округа Владимир Ужицкий. Счастье для каждой хозяйки. Так смело можно назвать продукцию компании «Кухонный двор». За 24 года фабрика выросла из обычного маленького мебельного цеха в крупное предприятие, узнаваемое во всей России. Подстроилась компания и под современные реалии. Разработчики внедрили новое антибактериальное покрытие для мебели. Наши фасады, теперь кухонь, корпуса и столешницы изготовлены именно из них. Поэтому можно назвать, что наши кухни теперь самые безопасные в России. Как показал этот кризис, он нас вывел на необыкновенную высоту. Пандемия сыграла на руку мебельной фабрики во многом. Во время приостановки работы предприятий руководство компании провело масштабный апгрейд персонала. Обучение сотрудников дало хорошие плоды. После снятия ограничений у кухонного двора выросли продажи на 40%. Вот здесь именно на производстве работает 320 человек, а в целом у них по компании более 700 человек. Здесь только можно пожелать, чтобы предприятие дальше двигалось, развивалось. Следующая вершина, которую мечтает преодолеть кухонный двор – выход на международный рынок. А для этого у фабрики есть все. В ассортименте 50 моделей и безграничное множество комбинаций для индивидуальных заказов. В месяц в Малаховке изготавливают 1200 экземпляров кухонь. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.